Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 34-го тура серии А Кротона-Интер. Встречаются 20-я и 1-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 5 очных матчах команды 3 раза играли на обе забьют да и 3 раза на тотал больше. Интер всегда забивал на поле Кротоны. Статистика команд. Кротоны проиграл последние 3 домашние матча. Кротоны пропускал в последнем 21 матче. Интер без поражений в последних 14 матчах. Интер последние 4 матча отыграл на тотал меньше. В минувшем туре Кротон обыграл Парму 4-3. Очень жалко, что ни Парма, ни Кротона не будет в следующем сезоне в серии А. Это две очень веселых команды, которые провели очень веселый матч. Правда, на этот раз Парма была в роли догоняющей команды, но сумела сравнять счет. Она опять же не смогла взять очки. Все решил пенальти, реализованный Нванква в середине второго тайма. Интер обыграл Верону 1-0. Хозяева ожидаемо больше атаковали, создали больше моментов, но смогли забить лишь во втором тайме. Верона забила ответный гол, но арбитр его отменил, хотя имел все основания засчитать. Очный матч первого круга выиграл Интер 6-2. Интер без 5 минут чемпион. Кротона уже двумя ногами в серии Б. У Интера идет длинная низовая серия из 4 матчей. Кротона является самой веселой командой этого сезона. По большому счету прогноз здесь может быть только один. Уверенная веселая победа гостей. Эдак на 2-4. Из связки ставок тотал больше 3,5 обе забьют да победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 3,5 1,94. На обе забьют да 1,80. На победу гостей 1,25. Конечно же, самая ожидаемая ставка здесь будет победа Интера, но коэффициент очень мал. Интер давно не оттягивался в результативных матчах. Кротона как нельзя лучше подходит для этой цели. Команда, которая пропустила 83 мяча, просто не может не загрузиться по полной от команды, которая забила 72 мяча. По большому счету над командами ничего не давлеет, могут играть в свое удовольствие. Поэтому ждем очередной развеселый поединок с огромным количеством забитых мячей. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.